такая плохая, и у тебя одни кони на уме, но это моя жизнь. Она меня ударила копытом в живот, выявилось, что у меня опущена почка. Ну, выиск у меня взяли. Аня выиграла. Владельцы были такие счастливые. Ну, мы, разумеется, были счастливые в Англии, там, на чужой лошади сходу. У меня была просто истерика, когда сделали рентген и узнали, что перелом. Вот такая я мать, да. Меня прям с конюшни забрали в роддом. Потом я иду по конюшне через неделю, она опять вешает этот мешок. Я говорю: Аня, ты вообще что тут делаешь? Вот с этой кобылы и началось все. Грейси. О, смотрите, какая кусается. Я считаю, что люди, которые бескорыстно пытаются чего-то достичь, это сильные люди, их нужно уважать и любить. Опа, девчонки. Что ты там увидел? Ты же это все видел. Лошадки. Дома я жена. Я стараюсь вести себя именно как жена, а не как мастер спорта международного класса.